отвечал. Так. У меня друзья до сих пор есть. Детский 300, взрослый 500. Эй, все нормально. Мужчины. Все его жизни. Ха-ха, обнимай коня, бать. Я его. Сфотографируйте с этим. Да, спасибо. Ой, сэньки у него. Сэньки. Девочки. О, одна. Идем сюда, подруга. Убежала туда. Я ночной хулиган, у меня есть жиган. Девочки, не ревнуйте. Зубы не застрахованы у коня. Это вас фотографирую, расплачивайтесь. Подарки. Да куда? На колено. Ваши руки сюда вдвоем. Нет, мне просто. Нет, она синий цвет. Нет, я вижу. Я на видео снимаю. Можно вас попросить чуть-чуть отойти, мы сфотографируем. Я на видео снимаю. Ну, я тебе. А ты подойди. Спасибо. Название запомнил? Я на видео снимал. Название запомнил? Я на видео снимал. А ты знаешь, что это такое? Нет. Слово значит? Нет. Правда? Ну, конечно. Ты что, правда не знаешь? Да, я серьезно. Нам... Значит, нам здесь, нет. Я сначала... Баронин, Вердим. Ну как красиво? Конечно. Это современные артисты. Вот а вот это звезды Советского Союза. Да. Не Москвы, а Советского Союза. Каждое лицо это огромнейшая личность. Да. Страна знает.
интересно. Это Слава Иван Мамонтов. Ну, это купец, ага. Который дело сорганизовал. Значит, здесь до 60-х годов был филиал Большого театра. Вот сейчас там я бы показал новое, да. Это уже 21 век. Вот было здесь, потом сюда привели театр опереты, когда построили Кремлевский дворец съездов, Большого театра был филиал в Кремле. Ага. Вот. А сюда театр опереты. Вот Шмыга-то вот недавно умерла. Григорий Янов, Татьяна Шмыга. Шмыга. Да, а вчера, когда мы про нее разговаривали, по-моему, мужа. Чего? Про нее, по-моему, мужа разговаривали. Чья-то жена, чья-то жена. Нет, ну она это умерла это вот, да. В 2014 году. В 2011 году. Вот. А вот Ерон, он десятилетие был этот. А-а-а. Она основатель театра. Вот старейший рядом с ним. И Веденеев, вот два. Такие. У этого такой басистый голос. Да. А у этого этот, такой тенор, баритон. Такой тенор, баритон лирический. Всех героев-любовников. Ха, он тоже такой? Да. Ну, тот старше его, а этот, ну, практически он сейчас вот в концертных исполнениях, все, я посмотрю, кто сегодня играет. Ну, это вот современный молодой. Куртизанка, ты не знаешь, что такое? Кого? Куртизанка, да. Куртизанка, есть куртьянка, я знаю. Куртизанка, не знаю. А травиата? Травиата. Знаешь, это одно и то же, что слово проститутка. Только сейчас мы про проститутку будем смотреть. Нет, ну только это для разных слоев. Проститутка это там, внизу, а это для высшего общества.